Вы куда-то тыкали на клавиши, а попали на мой канал. Поздравляю, вы находитесь на канале Asmodee Play. Здесь у нас не только новинки, а также у нас ретро-игры, потому что я хочу показать людям, что и ретро-игры бывают очень даже классными. Кому-то это покажется старьем, но это очень хорошие игры. Так, минутку, какое-то задание я взял. Это очень хорошие игры, и здесь можете прям проявить себя во всей своей безудержной красе. Давайте, Кейт, ответить. Это так ужасно. Я знала Джерика, он был полон сил, у него были мечты. Мечты у нас у всех есть. Так, поезжайте в церковь. Мы взяли миссию, да. Вот так вот, не хотели, но взяли. Да, нас не любят. Но мы в тельняшках. Мы, блядь, с дробовиком здесь. Ух ты. Вот, кстати, вот в такой будке я еще ни разу не был. Что здесь может быть? Здесь вроде как мент должен находиться. 16 центов за въезд. Стройка. Здесь, наверное, люлька должна быть строительная. О, смотрите, это мой телепорт. Им я пользуюсь постоянно. Он качественен, удобен, экономичен. Один труп может обеспечить вам 2-3 поездки без проблем. В зависимости от того, куда вы едете. Даже на некоторых миссиях можно брать... Ох, катафалк вести придется. Давайте посмотрим. Если я вижу катафалк, значит его придется вести как Терминатор 3. Воу-воу-воу-воу-воу. Это проповедь не для нас. Давай, помогите. Так. В стычке с албанцами. Ой-ой-ой. С албанцами, да конечно. Ты еще не знаешь, как я дорожу своей жизнью. Я всех готов завалить. Кто-то еще остался? Вот так. Вот так вот их. Не беспокойся, я тебя защитю. Вот так. На. Так, смотри за аллеей, чтобы никто не подошел. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Кто так стреляет? Еще и отвернул свою морду. У них нет никакого уважения. Конечно, нет. Ой-ой-ой, ну-ка. На. Вряд ли там, откуда они пришли, остались еще люди. Давай, выходи из церкви, давайте, садитесь. Уматываем. Господи, последняя машина, это вообще кошмар. Что-то с чем-то. Господи, ну и, кстати, и рулит они так же. Так, давай, сядьте в катафалк. Давай, я вот, кстати, для тебя специально, я вас берег в целости и сохранности. Так. Ой-ой-ой. Блин, блинский. Так. Нам надо уйти. Хорошо. Постараемся. Две звезды. Это уже немножко проблематично. От кого отстреливаемся-то? От ментов, от бандитов. Давай, Нико. Даю жару. Давай, даю. Да от кого ты отстреливаешься-то, господи, я бы еще... Осторожней. А, все понятно. Оказывается, мы не просто едем. Мы едем с бандитами на хвосте. Это уже меняет дело. Где они? Вон они. Блин, что-то немножко, блин, прогрузка это. Ну ладно. Блин. Эта запись сжирает. Все этот центральный процессор. Ну, вроде как оторвались.
Вроде как, вот они опять появились. Сомневаюсь, что они нам станут угрозой. Особенно мне. А нет, смотрите-ка. На. На тебе. Давай, 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 давай. Вот так. Будешь меня толкать. Да ж твою мать-то. Ну-ка, вот так вот сделаем. Стой, вот. На. На. Вот так сойдет тебе. И затор как раз сам, а то. Блин, только две звезды заработал. Ёб твою мать. Ладно, поехали. Сначала надо оторваться уж. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот почему менты на них не нападают? Вот есть менты, пожалуйста. Там стреляют. Вы что, не видите, что ли? Еще и по ментам. Ты по всем стреляешь, что ли, будешь? Тварь-то, я думаю, почему я не могу звезды сбить? Подонок нахрен. Ты сам же угробил все это дело. Сам же, сам себе враг нахрен. Дебил! Ну-ка давай-ка вот так вот развернемся-ка. Стой, 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 стой. По кому ты стреляешь? По кому? Это же тебе не враги, дебил ты. Тебе лишь бы стрелять, я так понял. И не важно по кому. Ладно, давай вот так. Мы сейчас съедем с этого моста. И посмотрим. Ой, у нас и гроб вылетает. Покойника теряем. Ну ладно, пока у нас. На. Блин, он что, в покойника дал? Дал в покойника нахрен. Я надеюсь, что если мы доедем, успеем, то миссия будет завершена. Так. Ну, вроде пока прямая. Есть, есть небольшой, небольшой шанс есть. Оторваться. Хорош, стреляй. Вот так, вот так, вот так, вот так. От ментов, по крайней мере, мы сейчас отвяжемся. От ментов отвязались. Гроб выпал. Блин. Что, переигрываем, значит? Проблема. Итак, что, назад, да, значит, кнопка назад, кнопка назад. Итак, снова они. Тихо, тихо, тихо. На. Так, сойдет. Так сойдет? На. На. Вот так. Чтобы не грубить нам. Сгорел. Какая прелесть. Сгорел на работе. На. Ой-ой-ой. Давай, 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 на тебе. Блин, мне кажется, в любом случае ты эти звезды заработаешь. Давай, садись, уезжаем. Так, давай-ка. Сначала напрямки. Нет. Я не хочу ехать так, как ты хочешь. Блин.
Первый выстрел, первый же выстрел открыл нам путь к покойнику. Так, сейчас еще бандиты к нам присоединятся. Блин, блински, давай, 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 аккуратнее. Давай, я же стараюсь, и ты постарайся. Не выпади там. Напрямки, к ментам не сворачивай, надо сначала от ментов отделаться. Так, вот, вот. Вот так. Отделались от ментов. От бандитов это уже дело десятое. Не стреляй ни в кого. Я тебя прошу, тварь ты такая. Вот так, потихонечку, помаленечку. Блин, этот гроб вонючий. Надо довести нам. NPC-то лучше меня водят, так что не вариант. А вы, кстати, любите гоночки? Есть же Need for Speed, всякие там разные. А это вот просто, да, месиво устроить. GTA какой-то такой хороший персонаж придумал такую игру. Давай-ка вот так вот. Вот так. Вроде водилу пристрелили. Все. Отстали. Но это единичный случай. Они же еще должны быть. На протяжении всего нашего маршрута. Вот так, нормально. Блин, еще и меня же бортует, тварь. Куда? Почему вам всем надо поворачивать тогда, когда... я поворачиваю. Так, вот менты. По ментам-то не стреляешь. Поимей совесть. Вот тоже какой-то дебил. То ли бандит, то ли что, то ли кто, блин. Куда ты несешься, дебил? Нет, нет, не стреляй, не стреляй. Ну, менты же стоят. Вот они. Менты, а ты стреляешь. Кого ты отогнать хочешь? Ваш еще гроб, блин, который выпадывает. Ты только не выпадывай, гроб, пожалуйста. Я не хочу из-за тебя снова переигрывать, из-за того, что только ты выпал. Меня и так наняли, чтобы я тебя довез в последний путь. Вот. Уж будь добр, цепляйся там руками и ногами за что-нибудь, пока я тебя везу. Не выпадывай. А я буду хорошо себя вести. Ехать, стараться прямо и не трястись. Окей, на? Или какой-то лимит тряски на тебя все-таки рассчитан? Что не надо вилять туда-сюда, туда-сюда. Ну что, товарищи, маньячеллы, набрали себе читов или еще нет? На оружие-то. Мне приходится покупать. И, кстати, оно дорого обходится мне. Вы бы знали, как оно дорого обходится. Это надо выходить, надо отстреливать граждан, убегать. И да, оно дорого обходится, это оружие. Но тем не менее, если вы набрали, некоторое оружие можно найти, некоторые бронежилеты можно собрать. Если вы, тем не менее, увеличить на оружие, ну это не очень, я как считаю, интересно. Для мяса, если вы хотите устроить мясо, это да. Но для игры нет, потому что смысл теряется, сложности нет, сложности она и так-то вроде как не очень-то сложная, а тут еще станет легче. Так, каждый мой тычок что будет потихонечку этот гроб вытряхивать или что? Осталось-то вроде как недалеко. Блин, самое что, преследователь, только Аладдин его застрелил, все. Как старуха отшептала. О, на кладбище, на кладбище привез только. Или куда? Или будем замуровывать его. Давай похороним этого ублюдка. Ну, вот это другой разговор. Давно пора. Итак, миссия пройдена, катафалки разъехались.
Отправляемся за следующей миссией. Стой, 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 мой телепорт. Давай. Едем. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Паки, ой, мне вообще это паки, шмаки. Итак, дамы и господа, мы на очередном задании. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Какое месиво нас ожидает здесь? Так, поезжайте к вокзалу Grand Historic. Хорошо. Без проблем. No problem. Так, стоять, стоять, стоять. Мне надо срочно куда-то там попасть. И ты мне в этом поможешь. Друг, поможешь? Как я тебе благодарен, человече. Аки быстро ты меня догнал. А теперь... Будьте любезны, свалите нахрен отсюда. Так, ну вот я пришел, и что тебе надо? Вы, парни, меня ждете? Конечно, меня. Кого же вы еще ждете? Сядьте в машину. Вы же дебилы, никого ждать больше не можете. Так, подберите, следуйте за машиной сопровождения. Хорошо. А он нас... приведет в ловушку этот дебил. Ну, вроде, смотрите, маневренность хорошая, да? Пока что. Как на самом деле будет, неизвестно. Ну, миссия есть миссия. Здесь телепорт не прокатит. Зачем мы вот за тобой следуем? Городской транспорт. Давай, давай. Вот тут рок, кстати, играет какой-то. Но я слушаю князь Арктиду Арию. Ну, такой рок, который бы, да. Есть еще... А, Гранд Кураж еще. Да. Гранд Кураж. Вот. Рекомендую вам. Король и Шут, Ария, Кипелов. Да, это все, конечно, старое. Арктиду и Гранд Кураж вы навряд ли слышали. Ну, послушайте, вам понравится звездный, например, как Звездный водоем, или же Моя империя. Вам понравится. Под нее как раз гонки и стрельбы устраивать. Одно заглядение. Так. Что, расправьтесь с ними. Хорошо. На. Вот так. Неплохо, да? Неплохо, я считаю, неплохо. Убил? Убил. Ну, по крайней мере, должен был убить. И здесь тоже надо будет убить. Тут какой-то замес. Все со всеми. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Вот так вот. Так, нормально. Двое наверху. Ничего страшного. Так, эти позади. Я предполагал. Давай еще один. Где ты? Вот вроде на линии огня должен быть. На. Давай. Блин, патронов мало. На. О. Блин. Не того, не того. Стой, 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 стой. Не того, не того, не того. На. Пулю в живот. Как тебе с ней живется? Все патроны на вас потратил. Вы мне дорого обходитесь, я так эти на крыше. Хорошо, что я себе такой 10, кто он, десерт вроде, да, называется, купил. На, в голову. Так, все. Сваливать теперь надо.
Давайте соберем. Блин, я думал, это оружие хоть как-то восполнить. Ты весьма популярен, мистер Джефферсон. Я знаю. Блин. На. О-о-о. Блин, блинский. Я бегу. Да-да-да. Так, ты меня прикрывай своим пузом там, прохожий. Не нахуй похожий. Давай, 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 давай. Ой-ё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, они меня преследуют. Мне же не надо их всех убивать. Они потому что, наверное, заново станут. Давайте посмотрим, что мне по истории. Оторвитесь от преследования. Ну, правильно, значит. Оторвитесь от преследования. Это легко. Это вот сейчас в машину сел и поехал. Давайте посмотрим, как это происходило на самом деле. О, господи, со мной еще чувак какой-то. Я думал, я один. А если бы я тебя где-то когда-то подстрелил бы? А? Ты об этом не думал? Так, это, как я понимаю, преследователи за мной, да? Однофары там гонит. Ну, давайте посмотрим. Да. Опа, 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 они повернули. Че, может, завалим их? Потому что я не вижу больше вариантов. Кроме как их завалить. Все. Отвезите Боба. Отвезем. Вот и все. Боба. Боб. Ты готов, чтоб тебя везли-то? Твою ж мать, я за тебя тут петляю, тварь такая. Перестроение делаю. Куда? Сюда. Ну блин, вот так-то неплохо, да? Ну, кстати, оторвался, тоже считается. А вы пока я еду, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Чтобы подписаться, это в правом нижнем углу. Кстати, Том Райдер, да. Я вот хочу еще Том Райдер. Старенькую такую. На RPG похожую. Игрушка есть такая. Вот хочу ее еще продемонстрировать. Может, она вам тоже зайдет. Она интересна своего рода. Но это опять же на любителя. Сначала надо пройти данный сюжет. Давайте перемотаем пленку. Итак, мы продолжаем наш бесконечный сюжет. Новая миссия. Новые связи. Ну что, кстати, интересно. Если смотреть от и до, то это будет очень длинная и интересная жизнь данного персонажа. Это очень похвально со стороны разработчиков. Но. Блин, если брать на нынешнее время перевод. А нахрена я его так сделал? Мне так не надо. Мне надо, чтобы он меня вез. Если перевести на нынешнее время данного персонажа, вот это все вот эти вот уловки, то это не очень даже хорошо. Это, блин, затяжное. На пешеходном переходе остановился, падла. Лишение прав нахрен тебе. Вот. Надо, чтобы это, как сказать, больше игры, меньше базара. И жизнь данного персонажа, да, она хоть и интересна. Например, как в «Мафии». Там вот очень много видео. Ну, и кому-то интересно может смотреть. Оно идет все равно в виде, как это, как в виде как мультика. Зайдите в ресторан. В ресторан! Ну, вот это, наверное, ресторан. Давайте. Вот все-таки. Так что, говорю, тут опять же на вкус и цвет все это преподается.
видео, сюжет игры, графика, кому как. У меня вот, допустим, такая графика, ну, как сказать, вполне устраивала, да, это не приставка пятая или шестая, которая сейчас выходит. Графика меня вполне устраивает, потому что я из тех людей, которых называют динозаврами. Заткнись. На-ка нахрен. Я что-то не понял, что мне надо было сделать, пока я, блин, с вами разговаривал. Давайте перемотаем время назад, у меня есть кнопка возвращения. Итак, наша кнопка сработала. Давайте посмотрим. Так, где Ким? Он наверху говорит с управляющим, только они никого не хотят видеть. Все понятно. Мы с Кимом старые друзья, никого не волнует. Проваливай. Все понятно теперь. Поищите Кима в кабинете управляющего. Вот теперь все понятно. Теперь все ясно, теперь все понятно. Будем отбиваться от кучи врагов. На. И еще один. Давай. Блин, твою ж мать-то. Давай. Всю броню мне посносили, твари. Вот так. Есть еще кто-то? Есть. Вы думаете быстрее, значит лучше? Ни хрена. Главная убойная сила здесь играет. Против калаша еще ничего не придумали. Я порву вас. У меня будет власть, которая и не снилась моему отцу. Ой-ой-ой, беги, беги! Давай, потихонечку, по одному. Вот здесь есть один? Вот он. На. Надеюсь, пристрелил его к чертям. Во, башка, я вижу прям ее. Твою ж мать, он еще отстреливается, что ли? Давайте посмотрим, кто остался. На! Да, у меня вот настолько убойное оружие. Я уж не поскупился за свою жизнь, а отдал хорошие деньги. На! Господи! Ваш китайский калаш с нашим не сравнится никогда. И вазу династии Минь расхреначу только в путь. Давай. Где еще патроны есть? А то я что-то тратиться на вас стал очень сильно. Так, вот здесь вот, ага, вот здесь. Вот этот кабинет, наверное, я так считаю. Давайте. Давайте, включи. Долго не протянешь. Где Ким? Где? Давай. Выбежал через кухню. Не дайте Киму сбежать. На. Кстати. Не люблю, чтобы за спиной кто-то оставался. На. Блин, твою ж мать. Кухня это вот. Мне не надо с ними биться. Блин, блинский. Кнопку назад. Итак, кнопка возврата сработала. Давайте допросим этого чувачела. Давай. Где Ким? Говори, тварь. Как только скажет, кстати, надо будет его грохнуть. На.
И вот теперь с дробовиком пойдем. На! В пузо! На! Я скажу больше. Мало кто выдержит. Картечь в пузо. На! А тут в голову еще. Так что... Пока идем, все нормально. Вперед, 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 вперед. На, вниз, вниз. Твою ж мать. Давай, 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 давай. Ой, как я ненавижу эту погоню. Погоня будет. Обстреливать опять его. Все. Я его убил. Вот, вот она сила правосудия. Так, теперь надо пожрать и броник прикупить. Телепортируемся, господа. Итак, дамы и господа, миссия была завершена. Я пока пойду поем, куплю броник, восстановлю патроны, найду немножко денег. А вы пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если у вас маломощный компьютер или вы смотрите это по телевизору, что в данной ситуации, ну как сказать, в данном времени это нормально, то милости прошу. Перегружен. Хорошо. Милости прошу к моему каналу. Ретро-игры. Новинки, которые точно потянут даже на вашем компьютере. Я хочу показать вам, каково это. Что все прелести игр. Не все они плохие. Не все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Пока.